У нас лучшая работа в мире. У нас комфортные условия труда, почти как в офисе. Мы мечтали гнуть спину. Мечтали заработать к 40 грыжу. Мечтали терять по 3 литра жидкости каждый день, стоя у печи. Выходить на пути в минус 25. Гнуть металл тяжелым прессом. Работать физически по 12 часов. Управлять многотонным экскаватором. Дышать сильнейшими выбросами. Работать в дыму, у раскаленной печи. Висеть на проводах. Стоять за лопатой. Ворочить бетон. Работать в сложных условиях труда. И не носить красивых и удобных костюмов. А иначе? А иначе пошли вы в бизнес. Но нам не нужен бизнес. Да нам и зарплаты особо не нужны. И в моногороде живем, потому что это лучшее место на планете. А москвичи нам просто завидуют. Да и зачем нам деньги? Нам же продукты в магазине раздают бесплатно. И мы уверены, что когда мы выйдем на пенсию, будем кататься как сыр в масле. У нас здесь классно. Почти как в офисе. Почти как в депутатском кресле. Почти как в кабинете у министра. А будет еще лучше. Уже совсем скоро. Нам перестанут доплачивать запасные условия, добавлять дни к отпуску, отправлять раньше на пенсию. Если ты работаешь в перчатках, в маске, в каске. Значит, ты в полной безопасности. Ведь средств индивидуальной защиты достаточно, чтобы полностью защитить от ядовитых газов. От опасных вирусов. А если есть защита, какие деньги? Эй, ты, пацан, у наковальни, у печи, за молотом, в шахте. За что тебе доплачивать? Ведь работа у тебя теперь как в офисе. Безопасно, легко и не напряжно. Почти как в офисе. Почему мы так решили? Сейчас все объясним. Потому что в Государственную Думу вот-вот поступят поправки в Трудовой кодекс. Там формулировки опять с двойным толкованием. И их олигархи опять повернут в свою сторону. Теперь безопасным будет считаться любой элемент защиты. И это позволяет работодателю сделать любые условия труда безопасными. Это уже было с пенсионной реформой, с законом ОМРОТ и много еще с чем. Мы говорили, просили, предупреждали. Нам красиво улыбались, но не слышали. А через месяц в Челябинской области понизили прожиточный минимум. Ха! Придумали. Спасибо. Теперь у нас не будет доплаты за вредность. Не будет ни доплат, ни дополнительного отпуска. Ведь у нас работа, да даже не работа, а сказка. Ведь работа у нас теперь почти как в офисе. Почти как в офисе. Почти как в депутатском кресле. Почти как у министра. Почти как в офисе. Не молчите. Отправьте письмо депутатам Государственной Думы с требованием не вносить изменения в 10-й раздел Трудового кодекса в определение «безопасные условия труда». Безопасность условий труда должна определяться совокупностью вредных и опасных факторов, а не качеством средств индивидуальной защиты. Ведь ни один респиратор или каска не защищает рабочего на 100% от опасности. Помогите отстоять право на достойную оплату при работе в опасных условиях труда и здравый смысл. Почти как в офисе. Почти как у министра. Почти как в депутатском кресле.